нашей организации. Выходим на улицы города, патрулируем город ночью вместе с сотрудниками полиции. Почему мы это делаем? Мы делаем это потому, что, ну, в принципе, бизнес, как никто другой, заинтересован в том, чтобы город жил спокойно и в том, чтобы, ну, не было паники. Хочу отметить, что ни за все время нашего дежурства ни одного не было случая, когда был пойман какой-то негодяй в плане мародеров. Там, диверсанты их так называют, ловились, их около 6. Мародеров не было ни одного. Надеюсь, что так и будет. Также само хочу призвать дальше людей, предпринимателей, к тому, что мы сейчас ходим в основном, это центр города и Суворовский район. Таирово и район Малиновский, там не хватает сотрудников полиции для того, чтобы покрыть эти локации. И нам нужны ответственные люди, которые не боятся, которые не уехали, а присоединились к нам и начали следить за порядком в нашем городе.